Здорово живем, молодежь. И не только молодежь, и стародежь тоже. Сегодня слушаем роковой год, а клип называется «The End». Артем, большой привет тебе от меня. Спасибо за донат. Я чувствую, что мы приближаемся к моим зубам. Еще раз благодарю. Спасибо. Поклон тебе и респект. Слушаем. Стоп! А что это такое? Лицо знакомое. Где-то я его видал. Да мне белый свет. Не увидеть поутру восхода солнца. Не скурить любимых крепких сигарет. И вонзить в себя сто... Знаете, это же сектора газа на Юру похож. И голос-то его. Брат с кролики, быть такого не может. А как? Я что-то не понимаю, как так? Он же умер. Так, извиняюсь, да, надо слушать до конца. Тут что-то, может это двойник какой или брат? Давай, слушаем. Болтать меньше, слушать будем. Прям не доведется на работу по будильнику не встать. Не отматерить доставшего соседа. Я сегодня умудрился дуба дать. Как же жаль, что меня больше с вами нету. Так слушайте-ка. Так это Юрка про себя поет. Перед смертью, что ли, етическая сила. Господи Иисусе, я что-то не понимаю. Слушайте-ка, вот с Пасхой-то, Пасха-то была, вот он пел песню-то. Так он умер был, Иисус воскрес, я же говорила. А походу-то он воскрес, что ли? Я что-то никак. У меня или ку-ку, кукушка, наверное, у меня поехала, сейчас дальше будем глядеть. Но это Юра, и голос его, и поет, главное дело, про смерть-то свою, он же. Мать. Замоли, святой отец, мои грехи. Прежде чем зароют в землю... Господа, я не понимаю. Чтобы ангел без суда отворил мне ворота, и душа к Творцу на небо улетела. Замоли, святой отец, мои грехи. Прежде чем зароют в землю мое тело. Чтобы ангел без суда отворил мне ворота, и душа к Творцу на небо улетела. Это что? Я не понимаю. Скоро соберутся все мои друзья. Да это же Юра. Проводить меня по траурные речи. Хуже повода. Видно, я от жизни отстала. Нельзя. Для моей короткой с вами общей встречи. И любимых слезы упадут на холм. И за две недели посидеет мама. Да я сдох, но я покой души обрел. Так пусть бухнут кенты за это на халяву. Замоли, святой отец, мои грехи. Прежде, так он что, воскрес, что ли, я не понимаю? Мое тело, чтобы ангел без суда отворил мне ворота, и душа к Творцу на небо улетела. Замоли, святой отец, мои грехи. Прежде чем зароют в землю мое тело, чтобы ангел без суда отворил мне гитара, и душа к Творцу на небо улетела. Это Юркины. Замоли, святой отец, мои грехи. Ну если он прежде, жив, чем зароют то... землю мое тело. Чтобы ангел без суда отворил мне ворота, и душа к Творцу на небо улетела. Замоли, святой отец, мои грехи. Прежде чем зароют землю мое тело.
чтобы ангел без суда отворил мне ворота, и душа к Творцу на небо улетела. Вы верите в сверхъестественное, а? Я вас спрашиваю. То тут невольно поверишь и в рай, и в ад, и черти что, и всякие в другие миры. Я ошарашен, я лишилась дара речи. Ну я понимаю, ну если все твердят, что он умер, что его схоронили, так что же это такое, что за воплощение, я не понимаю. Получается, вот повезло этому парню, он вылитый Юра, и вылитый голос его. И получается, он это кто песню сочинил, я не знаю, но получается, что он проживает дальше этой песней, он проживает дальше жизнь вот Юры. Вот этот роковый год, мне кажется, скоро будет известен всему миру, потому что у них все идет от сектора Газа. Это сектор Газа самый настоящий, а не роковой год. Получается перерождение. Вот тут да, действительно. Вот мне вопрос такой задавали. Что верю, я не верю. Вот теперь я поверила и в антимиры, и черти что, и не знаю, и чего, и Господи помилуй.